ребята, с вами Лимончик, сегодня мы продолжаем играть на сервере mouse.strakov.ru, и сегодня мы будем делать как бы свой проектик. Так, смотрите, то, что я успел сделать, наверное, я сейчас ставлю небольшой, так скажем, таймлапс, я не знаю, с флаем снял, то, что я успел сделать. Сегодня мы будем, вот, как вы видите, тут нету земли вообще, как бы, потому что я строил на равнине, не на равнине, и поэтому появилась вот такая фигня. Надо это доделывать, и сейчас мы будем этим заниматься. Так, что-то у меня яркость. О май гад, ладно. Так, у меня местами пропадает интернет временами, и приходится снимать только ночью, и то иногда. Вот тут тоже нет, кстати, земли. Сейчас будем добывать землю. Так, лазурит у меня что делает. Я крафтил лопаты, хотел зачарить, а у меня левела нету. Ну, такая фигня. Так, скинем вот это делом. Мы, а вот это, пожалуй, оденем. Так, возьмем ежедневный кит-старт. Кит-бонус взяли. Скидываем. И кит-старт тоже возьмем. Я не знаю. Я не заходил сюда дней 5 или как-то так. Потому что не было вообще интернета и времени зайти. Так, ну что, как бы я сплю. Меч нормально пойдет. Так, главное нам лопата сейчас. Ой, поставил случайно, если у меня топор есть. Так, все, хорошо. Теперь, где вся моя еда? Есть яблочко одно. И морковь. Вот это хватит точно. Я всю еду забрал, отлично. Так, сейчас мы добудем достаточно большое количество земли, наверное. Нам понадобится, чтобы выровнять. И я хотел сделать какой-нибудь берег такой. Терраформингом, короче, заняться. Давайте рандомная телепортация. И будем добывать вот здесь вот землю. Блин, куда-то вообще на остров какой-то попал, господи. А, нет, не остров. Нормально. Какой-то полуостров. Так, сейчас буду добывать все на ускорение, как всегда. Русского рэпа не будет, будет какой-то, не знаю, дабстепчик, может. Да, ну что ж, поехали, ребят. У меня лопата на эффективность 2, но она как-то странно работает. То работает, то не работает, я не знаю, в чем дело. Надо админам пожаловаться, что типа лопата не так работает. Ну что ж, продолжаем. My mind to the shit, yeah. Nowadays I drop my songs at night, cause they lit, yeah. Lately they been trying to put their eyes on the kid. Spitting fast, so all you niggas singing vibes to your drink. Now what I really gotta lie for? On my high horse, with the niggas that I ride for, I truly die for. Oh my god, what a night, boy. What a night, boy. Y'all be hitting me with shit that I ain't got the time for, yeah. If I fell off this earth one night, gotta promise not to save me. Promise not to save me. If I fell off this earth. Блин, ну он такая странная лопата, я не знаю, что с ней не так, но смотрите, как она копает вот это, а это не может копать. Таким, с такой скоростью, что с ней не так, я не знаю. Ну, я уже добыл достаточно, я забью вот эти слоты, не знаю зачем, не понадобится, короче, давайте продолжаем. Sick land forever. I've been all up in my conscience, crazy like a mosh pit. Baby, join the wave. Fuck around, get nauseous. This is shit that I've been ready for. I made a lot of hits, I'm making plenty more. I had to stress less, and so I'm flexing more. I bet you can't ignore. Так, короче, не лень что-то делать, убирать. Я лучше вот так сделаю. Красоту. Так, и таким образом. Так, мышка у меня сильная.
то есть громкая. Я не знаю, что с ней делать, так что вы, наверное, будете ее слышать. Что это я заговаривать начал? 4 часа ночи, как бы. Нормально так. Уже. Так, я вот так оставлю. Нормально вроде, да. Вроде нормально. Возвращаемся домой. Так, соберу вот это дело. И домой. Легко. Спавнки, бонуски, премиум, нет. Ладно, напишу хоум. 3 секунды. Мы пока покушаем морковку. Блин, зря я ее кушаю, конечно, надо бы ее посадить. Так. Мы дома. Сейчас будем заниматься терраформингом, так называемым, и будем заполнять все это дело вот этой фигней. А, землей. Я оставляю вот так. Ну, блин. Короче, я оставляю один блок промежуток, чтобы... Ну, два блока не хочу оставлять, потому что могут заспавниться какие-то мобы, и не хочу слышать все это дело. Так, как бы... Вот так как-то, не знаю. Пока нормально. Давайте вот это вот будем делать. Все опять же будет на ускорение, я не знаю. Я не хочу что-то долго так мучиться. Так что я лучше поставлю музычку. Давайте, поехали. Эту стену я точно помню, но она куда-то пропала. Я не знаю, что-то с сервером какие-то проблемы, наверное, это. Я вот эту стену точно помню, что достраивал. Я не знаю, в чем дело, короче. Я это точно достраивал. Она что-то пропала. Я не знаю, украли стену. Приват вроде есть, там сейчас даже проверим. Приват проверяется палкой. Вряд ли админы будут ломать это дело. Да, приват есть. Я не знаю, в чем дело, короче, ребят. Если вы знаете, в чем дело, то пишите. А так, я не знаю, стена пропала, просто исчезла. Средь белый дня украли. Стену. Так, продолжаем. Я думал, хватит всей этой земли. Смотрите, я вообще, конечно, почти закончил. Вот тут все закончил, и я стал сделать берег, но, блин, кажется, здесь не хватит земли. Вот и закончилась земелька. Так, ладно, остальное я потом доделаю, уже вне записи, потому что я не хочу долго нагружать, то есть долго монтировать. Да. Вот так у нас пока получается, довольно-таки достойно, да? Вот так, площадка такая, этот дом я снесу, пожалуй. Сейчас прям снесу, как портал, сломаем портал, я его перенесу, блин, железо кирка начал ломать это. Так, ладно, я буду сейчас сносить этот дом, шахту, все дела,
начну, наверное, с крыши. Опять же, ускорение, поехали.
заканчиваю на этом. Идем. Вроде ровно. Вроде. Так. Так, ровно. И также вот так надо по кругу все это дело сделать. Я не знаю, почему я так заморочился. Господи. Сколько времени прошло. Просто 25 минут потратил на тропинку. Я молодец. Так, ладно, ребят, стену я дострою вне видео, наверное, уже. Так, или на видео на следующем, если будет интернет. Завтра то буду снимать. И будет, надеюсь, все нормально. Сундуки, ну, куда-нибудь перенесем. Деревья, ну, да, домик я не успел. Так как надо спать уже завтра утром. В школу надо. Так, хорошо. Ребята, всем пока. С вами был Лимончик. И до следующей встречи. Ставьте лайки. Тем самым вы меня поддерживаете и продвигайте мой ролик вперед. Наверное, никто не досмотрел до этого момента, и я просто говорю сам с собой. Ну что ж, ребята, с вами был Лимончик, всем пока, ребята, всем пока.